Нижний Новгород переманил у Перми крупнейшую международную выставку и завоевал право стать столицей современного искусства. В первый раз это сложно, тем более, что она у нас получается на все наши павильоны. Это более 11 тысяч квадратных метров сплошного искусства. Вот, поэтому мы не с неба, еще раз говорю, свалилось, не неожиданно все это произошло, не просто кто-то нам ее подарил. Это огромная работа всего коллектива Нижегородской ярмарки, это огромная работа наших партнеров, с кем мы это дело делаем. И размах действительно впечатляющий. Все павильоны Нижегородской ярмарки наполнятся живописью, фотографией, скульптурами и изделиями авторов со всего света. Участвует порядка 500 авторов, художников, скульпторов и других творцов. Из 45 городов Российской Федерации, из 33 регионов и из 16 стран. Если же говорить о географии, то это начиная от Бурятии, от Алтая и заканчивая где-то в Калининградской области. А по странам это начиная от Китая и заканчивая где-то в Европе, там, Дании или Норвегии. Константин Федорович Юлан неоднократно приезжал в Нижний Новгород, писал пейзажи нижегородские. Собственно, здесь он запечатлел нижегородский пейзаж, наше знаковое место, стрелка, слияние Оки и Волги и две также знаковые фигуры для культуры и искусства Нижнего Новгорода – это Алексей Максимович Горький, Федор Иванович Шаляпин, друзья. Уникальность этой картины еще и в том, что в этом году была проведена реставрация этой картины полностью и впервые за 60 лет ее существования. Под воздействием живого огня, ну, огонь где-то, язычки пламени касаются поверхности глины, где-то они пропадают. В изготовлении этих работ принимают участие все четыре стихии. И вода, и воздух, и глина, земля, и огонь, естественно. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вот зрители пришли и почувствовали наш этот восторг перед этими четырьмя стихиями. Для нас это очень престижно и почетно. Ну и, конечно, хочется посмотреть работу других художников из других городов, что они будут представлять, потому что уровень этой выставки достаточно высок. Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии, декоративно-прикладного искусства «Арт России-2016» пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 20 ноября.